Вы успокоитесь или нет? Или вы пришли сюда орать? Уже подключаются дома. 22 киловатта дали сюда. Вчерашние 7 генераторов, вечерние, которые выгрузили на вечернем селекторном совещании. Сказали, сначала дали 2. Вы успокойтесь, вы вчера слушали. Значит, вы должны были дать нам 2 этих самых генератора по 120 киловатт. Вы слышали, после нашего доклада оставили 5 нам генераторов. Сегодня они уже тестируются по отдаленным районам города Керчи. Собрали утром руководителей предприятий ваших, потому что нет энергетиков. Собрали утром этих директоров, дали нам машины, дали нам энергетиков. И сегодня эти 5 генераторов тестируются по вашим отдаленным районам. Это первое. Второе. Сейчас идет, уже Воронеж прошла, значит, фура с генератором на 750 киловатт. Она уже идет сюда. Третье. Значит, целая группа, огромное количество генераторов, и все это остается здесь. Буквально пол-пять минут тому назад мы с Аксеновым Сергеем Валерьевичем и Константиновым разговаривали. Все остается здесь. То, что будет, и ТОР будет... Все работает здесь, в Керчи. Более того, сейчас принято решение закупить за средства бюджета Крыма, закупить еще по возможности максимально, сколько денег у нас будет, закупить генераторы. Один генератор, значит, 100 киловаттник стоит 750 тысяч. Мы сейчас занимаемся этим вопросом несколько дней. Но самое главное не это. А самое главное, сегодня Крым нам дал 22 мегаватта. Идет подключение, Александр Александрович, ваш этот Керчи. Забелин. И подключает уже дома. Мы сегодня, после этого, когда пройдет подключение, мы сможем перейти на веерное подключение. Когда мы подключим то, что мы можем подключить эти 22 мегаватта, мы все снимаем генераторы и ставим их на котельные, чтобы подать воду и подать тепло в дома. И сделаем тогда уже график, тот график, который необходим, для того, чтобы точно понимали, когда, во сколько, где будет этот свет. То есть мы сегодня уже, слава Богу, выходим на, во всяком случае, на какое-то понимание тех проблем, которые есть. Сейчас уже у нас находится 44 маленьких генератора от 6 до 10, 4-6 мегаватт, 4-6, которые сейчас устанавливаются в пенсионном фонде, фонде социальной защиты, управление образования и бухгалтерия для того, чтобы была своевременно начислена пенсия, пособие и так далее. Симферополь сюда подает цистерны с сжиженным газом. Мы пока еще не знаем, это будет баллонок или будет заправляться, но сегодня уже Крым, то есть Керчгаз, ваш руководитель Керчгаза, он сегодня в 8 часов утра у нас был, получил задачу. Сейчас он должен нам доложить, что, как будет эта процедура осуществляться. На этом этапе, на сегодня, если у нас все получится с газом, с баллонным газом, мы будем, ну, вы поймите, что во всяком случае на этом этапе пока хотя бы по одному баллону в руки. Переправа месяц сносила генератор. Где эти генераторы? Где эти пенсионеры? Морпорт стоял, генератор мощный. Где он? Вам отвечаю, вам отвечаю. 14-го года генератор. Вам отвечаю, вам отвечаю. Значит, генераторы, которые были на референдуме, не знаю, где они. Прокуратура. Все. Еще раз. И никто не прокуратура. Прокуратура сегодня получит от нас команду для того, чтобы они разобрались, где эти генераторы. И керчане будут уведомлены, где генераторы и так далее. Огромное спасибо вам за терпение.